начал работать на кого? Понятно, на кого? На себя. На американцев, что ли? Да. Вот. Ну и мы приходим к следующему моменту. Постараюсь очень коротко, потому что могу начать там про одно, а в итоге закончу любого перейти, да? То есть, как работает, то есть, что такое ФРС? Давайте вернемся к этому, да? ФРС — это центральный банк, который есть в каждой стране. Можно сравнивать его, это ФРС. Это правительство Соединенных Штатов Америки, да? Правительство США, ну как можно назвать, не знаю, точно. США, да? Вот. И можно сравнить, да, есть Национальный банк Украины. Есть такой? И есть правительство Украины, да? Как происходит создание денег? Вот. США, когда им нужны деньги, вот, надо, к примеру, там, деньги на покрытие там, дефицита там, какого-нибудь бюджета там, или там, что-нибудь там, построить. Они говорят, ФРС, нам нужны деньги. Вот. И деньги дают. Очень просто. Там, в ноликах компьютеров. Сейчас, кстати, на самом деле там, 3% денег американских существует в бумаге. То есть вот вся, если взять всю денежную там, систему, да, вот только 3% денег существует в бумаге. Остальные все деньги — это нолики там, в компьютере. Сейчас всех пытаются перевести на карточки, электронные деньги, банкинг. То есть, безнал давно появился в Америке, а у нас пытаются тоже посадить всех, да, на безнал. Сейчас, ну, выдают вам карточки тоже, да? Там, карточку, там, кредиты, там, на халяву, кредиты на халяву. Чтобы этих денег не было. Рабочих всех посадить на карточки. Все должны привыкнуть, что это нормально. Это вот. Ну, то есть что происходит? Нужны деньги здесь, они обращаются, говорят, дайте нам деньги. Ну, тебе там нолики компьютерные там переслали, там все. Ну, что получилось? Вот здесь ФРС дали деньги. Там, деньги, да? А что дали США взамен? То есть просто так же ничего не происходит. Нет. Правительство, да? Ну, вообще ничего просто так не происходит, все же говорят, тут все может происходить. Они дают. Что они дают? Долговые обязательства. Обещание, что вернут, да? Государственные облигации, которые говорят, что вот мы, Соединенные Штаты Америки, мы должны там столько-то триллионов. Ну, к примеру, там шуточная сумма, да, 500 миллиардов. Ну, то есть долговые обязательства государственные. Вот. То есть произошел обмен. Это все произошло там в командной строке. Не знаю, что это такое. Если взять, к примеру, рассмотреть Украину в этом же примере, то правительство Украины не может попросить у своего банка сказать там, слушай, там, дай мне денег. Так подойти так и сказать, дай мне денег. Так не получается. То есть, что должно произойти? То есть, если взять закон о Национальном банке Украины, то в нем четко говорится, что Национальный банк Украины может покупать все долговые обязательства. То есть вот это, то есть фактически что делает ФРС? Она покупает долг правительства Соединенных Штатов Америки. Вот. И Национальный банк может покупать любые, то есть долги всех стран, кроме Украины. То есть вот так вот, просто так, грубо говоря, дать деньги в долг Украине он не может, а любой другой стране мира может. Вот. И так работают все страны мира. То есть само по себе государство не может печатать деньги. Само себе, да. Да, то есть это вот факт. То есть Украина должна ввести сюда, взять взаймы, доллары, свой, положить свой резерв, чтобы начать свои деньги. Вот. Либо что-то продать и положить эти деньги, либо взять взаймы, другого пути нет. Вот. То есть это таким образом работает. Можно вопрос, а если они свои напечатают, что им за это будет? Что им за это будет? Хороший вопрос, очень сильно. Вот. Ну вот вы слышали, там война там в Ираке, война там... Да. Есть такое выражение, что войну с терроризмом никогда не победить.
потому что не существует врага. А занятия... Что же это будет? Как вообще происходит? Допустим, сейчас такая ситуация, что кто на свою? Америка. Визу постоянно показывают, что Америка постоянно воюет. То там воюет, то здесь. На самом деле эти войны, они проходят под соусом, что это война там против терроризма, вот там он там плохой, у Ирака ядерное оружие, там, или еще что-нибудь, там, или еще что-нибудь. Если тот Ирак хотел выстрелить, он бы давно уже выстрелил. Вот. На самом деле нужен повод, чтобы туда прийти с танками и. Поводом была нефть. Ну, поводом была нефть, да, хорошая вещь. Смышленый мальчик. Вот. На самом деле поводы может быть разные. Когда, если, допустим, Россия завтра скажет, что все, я не продаю нефть за доллары, а продаю за рубли. Возникнет резонный вопрос, где взять другим странам рубли. А они скажут, ну мы их напечатаем. Вот, если такое произойдет, вот тогда Россия станет свободной на мировом рынке. А сейчас как бы все покупают за доллары. То есть получается система, когда одни печатают деньги, другие их зарабатывают. То есть, ну это глобальная такая машина, грубо говоря, нужно. Как это можно понять? Ну, надо гораздо больше длительная лекция, чтобы это съесть, как бы. Не призыв, как бы, не работает. Просто это вот структура всей экономики. То есть в институтах преподается, как работать вот в банковской, ну, грубо говоря, как работать в современном мире. Там, как там что-то купить, как там положить свое налог, как там. Да, то есть, ну, как создать свой бизнес. А вот, ну, как бы, вот вся картина не показывается. Я был очень удивлен, когда увидел своего преподавателя. Вуза, вот, ВТВ, передача про деньги. Вот там эта схема там частично, ну, часть этой схемы была пока, то есть истории там не было никакой, но вот именно суть работы вот этого была изложена. И он, я думаю, неужели это может вообще показывать по телевизору? То есть это он это знал, но не говорил об этом. То есть как бы он это знал, но почему-то на уроках не выступал, да? В институтах не говорят об этом. Вот. Что происходит? Здесь, да? То есть, чтобы здесь создать деньги в Украине, чтобы создать деньги в Украине, нужно попросить их, ну, или завести сюда доллар, в любом случае, каким бы ни было путем. То есть это открыть курорт хороший в стране, чтобы американцы приехали отдыхать, привезли кучу долларов, эти доллары положили в казну, либо на эти доллары создали свою валюту. Либо что-то продали, либо дали взаймы. Ну вот простой пример, когда два человека, да, на Луну прилетают. Один другому дает долг. На Луну. То есть уже ничего вокруг нет, и вот кто-то дает там 100 там, гривен долг, да, чтобы было наглядно. Как вернуть долг с процентами? То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда долг с процентами вернуть невозможно. Потому что, чтобы вернуть долг с процентами, нужно взять еще раз долг. Потому что существует всего 100 гривен. Ты взял, но вроде 100 гривен, да? И как тебе вернуть эти 100 гривен с процентами? То есть надо взять еще чуть-чуть долг, чтобы... Ну, тяну там 110 гривен, да, там все по 10%. Вот. Таким вот образом. Все страны мира должны. Общая сумма долгов это 660 триллионов долларов. Вот. То есть Америка должна из них 14 триллионов. Вот как может быть страна, которая сама производит, грубо говоря, деньги, быть кому-то должна. Вот. Это отдельная лекция, она очень сложная. Одной банковской организации. Вы захотите, это все можно найти в интернете. Есть такой писатель. Сейчас просто много информации сразу, но это тяжело понимается. Вот есть писатель такой, Николай Сталин, который сразу запишу. Да, сидим, может, перерыв сделать? Может, перерыв. Хорошо. Загарский.